женщину-то бьет. Кто же? Женщину? Да, женщину бьет. Всем привет, добро пожаловать на канал Закупыч, и день у меня начинается с витаминок. Это такой у нас будет предновогодний влог. Вот такие витаминки пью по утрам, обалденные, шипучки, мультивитамин. Купил ее, по-моему, в Билле за 120 рублей или что-то такое, с апельсиновым вкусом. И вот так водички наливаем, растворяем таблеточку. Очень даже вкусно, для начала бодрого дня. О, хорошо. Но это не точно. И мы начинаем мыть и пылесосить квартиру. Для хорошей промывки пропылесоски надо поднять табуреточки наверх. И начнем уборочку. Предновогодняя уборочка. Все, готовченко. О, и в зале жена уже все подняла. Где там наш пылесос? А пылесос наш, вот он спрятался за уголком. В угол стоит, наказан. И как же хорошо, когда у тебя есть дочка, которую можно заставить пропылесосить квартиру. О, молодец. Умница. Тебе нравится пылесосить? А то потом скажут в комментариях, что папка заставляет. Слезы и вытрите. А мы одеваемся и идем в магазин закупиться, что там еще осталось нам для новогоднего праздника. Милан, ты готова гулять? Нет. Нет? А, перчатки надо одеть. Да, надо одеть перчатки. Милан! Алло, гараж, ты где? Чё красная такая? А мы пришли снимать праздничные рубли в праздничный Сбербанк. О, на нем даже игрушки висят. Народ елки себе еще выбирает. Ну, в основном ветки берут. Мне кажется, елки целые и никто не покупает. Это жестко. Сняли только что новогоднюю драку. Я так понял, из-за машины что-то там кто-то зеркало кому-то попал, сломал, ударил, что-то такое. И начали драться, даже женщину ударили, да, Валь? О, так что ужас, страшно жить. Мы уже в магазине, Милана сразу же себе взяла куки. Покажи, Милан, что тебе купили? О, киндер-шоколад. Самое любимое. Выбираем мандарины. Мандарины килограмм 69,90. 70 рублей. Смотрите. Бананы 49, апельсины 54. Ну, прям акция какая-то, да? И зелень берем. Это что ты взяла? Микс? Все вместе? Укроп? А может взять подложку сразу, а тут нет таких, да? Все вместе. Милан, настроение новогоднее? Нет. Нет? Бу-ба-бу-ба-бу-бу-да. О, смотрите, какие вешалки по 49 рублей продаются. Прикольные. Со слоником. Ну, конечно же, в Икее будет повыгоднее взять целую упаковку за 49. Баба, ну, тебе понравились? Нет. Возьмем? Нет. Нет? Ну, давай тогда положим. Ага, возьмем. Вот тут целая полка с новогодними украшениями. Какие-то пингвята. Все по 49. Шарики. Дед Морозы. Да, шуба сейчас дорого выходит. 250 рублей селедка. Готовая, правда. Будь здорова. Че, какая вам нравится? Мне нравится справа. Вот это? Да. Ну все, закупились по полной. Теперь надо одевать ребенка. Нет, еще не по полной, еще мясо надо купить.
еще молока. Ну, как всегда, да? Да, еще дорогие подписчики до хрена и до хрена. Еще будем, наверное, ходить, наверное, все новогодние праздники покупать что-то, да? Да, это уже раньше, да. Ну все, мы уже дома, обратите внимание, жена перестирала все детские игрушки такие пушистые. Это любимый котенок Миланы, посмотрите, как он висит. Ой, не могу, что-то мне так прикольно это показалось. Ну все, будем смотреть мультики, наслаждаться новогодней елочкой. Рожками. А, купили, кстати, для новогоднего видео. Милан, покажи очки, какие мы тебе купили. Не хочет показывать, стесняется. Ну и купили хлопушку тоже для новогоднего видео. Сниму какое-нибудь новогоднее обращение 31-го. И взорвем такую хлопушку. Хлопушка необычная, в ней еще деньги внутри. О, типа такая денежная хлопушка. На кнопке еще. 130 рублей стоило. О, все, Милана созрела. Милан, покажи сюда. Говорит, всем привет! Привет! И всем пока! Пока! Все, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока! 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 If we don't stay